Простой и быстрый, недорогой и интересный вариант овощных оладушек хочу предложить вам на пробу. Отличная идея для завтрака или закуски. Рекомендую ознакомиться с рецептом всем любителям овощей. Набор необходимых ингредиентов небольшой и простой, так что этот рецепт можно смело отнести к бюджетным. Такие оладушки хороши теплыми, поданными с соевым соусом, например. Если вам по вкусу такие варианты, запоминайте, как приготовить морковно-луковые оладьи, обязательно повторите. 1. Очистите и нарежьте морковь и луковицу. Если будете подавать без соевого соуса, добавьте немного соли по вкусу. 2. Добавьте 1-2 ложки муки и перемешайте. 3. В небольшую мисочку влейте ледяную воду и вбейте яйцо. Взбейте немного. 4. Всыпьте просеянную муку, перемешайте до однородности. 4. Всыпьте просеянную муку, перемешайте до однородности. 6. Выложите на сковороду с разогретым маслом. 7. И жарьте морковно-луковые оладьи на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Приятного аппетита!